Начиная с 1965 года, ежегодно 5 октября отмечается Всемирный день учителя – один из самых любимых профессиональных праздников. В этот день учителя принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки. По инициативе главы муниципалитета Сагитпаши Умаханова в преддверии данного праздника представители администрации города, а также творческие коллективы Дворца культуры «Спартак» организовали концерт. Для всех педагогов города это профессиональный праздник, который целый год они ждут, и сегодня мы его встречаем. Поздравляем всех, отчитываемся о проделанной работе, смотрим назад, что сделано, и впереди какие задачи предстоят перед нашими педагогами города. Одна из основных задач – это воспитание и обучение наших детей. Некоторые учителя уже имеют колоссальный опыт в работе с детьми, так как занимаются воспитанием подрастающего поколения уже более 50 лет. И, как они отметили, об этом не жалеют. Сердце и жизнь я отдала детям. И думаю, еще смогу еще продолжать жить для них, ради детей, которых я очень люблю. Учитель учит всему этому, и сельскому хозяйству, и воспитанию, и самое главное, учитель учит быть человеком. И сегодня, конечно, у всех учителей самый прекрасный день, и я хочу всех вот этих людей, которые нам это представили такой праздник, поблагодарить от всей души. Пусть все учителя никогда не стареют, никогда не болеют и будут всегда учителями. Учитель – это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала, отмечают учителя. Так какими же качествами должен обладать хороший учитель? Он должен быть профессионалом своего дела, он должен любить свое дело, он должен любить детей, он должен быть творческой личностью, личностью, которая хочет и может реализовать себя. Учитель должен всегда идти в ногу со временем, как говорится, использовать все новые технологии, ну и самосовершенствоваться, самообразовываться и всегда стремиться вперед. Кстати, об уроках. В День учителя по традиции все уроки в общеобразовательных учреждениях проводили не учителя, а старшеклассники. Сабина Аджиева, Магомед Тимирсултанов, Самат Какаев, Мажид Полатханов. Информационная программа «Пульс».